вас в Эстонии есть своя компания? Нет, нет, у меня нету. Невозможно. Вы мне скажите, у вас вопрос какой? Я не совсем понимаю просто, что... Об этом можно говорить, какой это бизнес, что чем вы занимаетесь здесь? Я говорю еще раз, пока это не переросло ни в какую активную фазу. И часто интерес был, да, как-то развить, собственно говоря, бизнес. Но пока все равно даже активно не получилось этим заниматься до сегодняшнего дня. То за этот год... Значит, isegi, kui Stelmachi klientide investeering on reaalne, siis tekitab mitmete isikute reputatsioon küsimusi. Nädal tagasi leidis pealtnägija poliitiku klientide nimekirjast Vene suurärime Sergei Lalakini, keda peetakse idariigi üheks mõjukamaks allil.